Однажды ученик спросил у мастера, долго ли ждать перемен к лучшему. «Если ждать, то долго», — ответил мастер. Важно понимать, что перемены происходят лишь тогда, когда мы идем дальше того, к чему привыкли. То, что вы делаете сегодня, даст вам определенный результат завтра. То, что вы получаете сегодня, является тем, что вы делали вчера. Поэтому, если вас не устраивает то, что вы получаете сегодня, ваша задача – изменить свои действия и сделать их абсолютно другими. Другие действия будут давать другой результат. Именно тот результат, который вам нужен. Поэтому узнайте, какие необходимо делать действия, чтобы получить тот результат, который вы хотите получить, и вперед. У вас обязательно все получится.